болото хорошее, может так в натяжку. О, погружается правая сторона. Есть. Сань, стой! Так, друзья, продолжаем оффроуд наш. Немножко мокровато. Ну, уже подсыхает, видите. Дождь завершился. Красиво стало. Едем по болотцу, прокатимся. Там должно быть хорошо. Это вот кусок трассы. Прокопано. Аж не верится, что май месяц, потому что погодные условия вообще не майские. А вот и болотце. Проедет или не проедет? Сейчас чуть подрулим правее. Следы чьи-то есть. Болото хорошее, может так в натяжку. О, погружается правая сторона. Все. Или еще не все. Да. Глубоковато. Однако. Попробую дойти до водительского места. Так, Витя едет. Что-то мы какой-то жесткий кусок взяли, или вода поднялась. Так, что там, Витя? Сидим вместе. Да, глубоковато уже так. Ладно, это невероятно, как ты вообще сюда доехал. Это невероятно. Да. Чуть не проехал, называется. Красивая картинка. Так, Крис в поисках маршрута. Вот такая погода шикарная получилась во второй половине дня. Да, жестковато тут. Да, воды уровень больше, хотя там как бы в водоеме, вот в том, где трасса проходила, там меньше, где брод, а здесь наоборот больше, непонятно. Есть. Все.
Крис цепляет. Витя сидит. Не столько застрял, сколько столько движений. Чуть не проехал. Сейчас попробуем еще. Так, попробуем на коксе сейчас. Так, Алёня вытащил Витю. Я проехал сам. Сань, стой! Едет машинка нормально. Ну как? Хреново. Баба едет. Воняет. Слышишь, воняет, да. Воняет, хреново, говорит. Ну что, нормальное кино. У него сидит, а я еду. Проскочил и туда, и обратно. Достойно едет. Теперь Витя по моим следам хочет разогнаться, наверное. Да, тут разница в колесах сразу слышна. Стой, все. Не копай. Машину долго строил очень. Ну чуть-чуть, там она не намного. Говорит, ё-моё. Сейчас, я думаю, дойду до тебя. Хорошее болото. Такое качественное. На ходу, видишь, за счет кокса она... Хорошо плывет, получше, да, какая-то? Не, оно не плывет, оно просто не успевает провалиться. У меня колеса более узкие. У тебя уже из-за этого. Если подспустить... Ну, шансов больше, надо, если бы ты по моей, может, пробитой и на коксе. Ты видишь, провалился? Да мне Люня говорит, только не по колье. Провалился, ты видишь? Не, оно ж по пробитому частично легче. Взяли мы лебедочку.
сейчас двумя лебедками. Что, едет? Пока непонятно. Тащит всех. Сейчас еще один якорь. Блин, я не мог, конечно. Не копай! Паша, не копай! Паш, подожди, мы сейчас Рубикона якоря подсыпем. Сейчас еще один якорь. Так, ну присели. Присели нормально так. Так, три лебедки. Нет, две лебедки. И четыре якоря. Заведи ее, заведи! Стой! Заведи! О, держи, давай. Да. Не хватает. Да, стой. Сейчас разматываю дальше. Пошел по чуть-чуть. Ну, очень тяжело. Подтягиваем. Сразу за меня цепляй. Крис, подмотай за меня сразу. Давай. Пошел. Якорь помог. Хватило. Патрол тяжелый. Держит хорошо. Уже поедет. Аварийцу не вперед. Не, попробуй сам чуть-чуть, поедет или нет. Поедет. В общем, оффроуд только для меня тут, я понял. Просто жестко. Видишь, уровень воды больше, оно глубже стало. И два дня лило. И длиннее сам получается, сам жесткое место длинное. Когда оно покороче, то на скорости удавалось пролететь некоторым. Интересно, вранглер на коксе попробовать. Да, очень скользко тут. Не, поехал. Хоть и буксанул. Масса решает. Так, он не мог пробовать.
Ой, блин. Офигеть. Да. Да, чуть не проехал. Тут 63-й интересно было попробовать. Зацепил? Да. Я не быстро еду, Сань. О, мы опять вместе. Так, ну я черти где в поле меня завезли. Ну вроде пошел. Подтянули. Нормально. Можешь вперед проехать? Там никого нет. Что, он не выехал еще? Выехал на 20 минут. Thank you.